Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрении предоставляется велосипед украинской торговой марки VNV. Модель называется Rock Rider 1.0. Бренд этот продается только на территории Украины, но делает свои велосипеды на хорошем тайваньском заводе. Китайское производство хорошего качества, а цена украинская, потому что велосипеды только на Украине продаются. В описании данного велосипеда хочется сказать, что это велосипед с размером колеса 27,5 дюйма, рама алюминиевая, тормозная система в брейке, соотношение передач 3:7. Это хорошие переключатели, хорошая система тормозов, недорогая, и велосипед сам по себе надежный и устойчивый, прочный, надежный. Ну, дальше стоит следующее показать. Здесь покрышка идет полусликовая. По бокам небольшие шипы, а по центру идет гладкий такой протектор. Легко кататься по асфальту, по пересеченной местности будет устойчивый велосипед. Обод идет, как полагается, двойной. Даже написано Double Wall. Это хороший алюминиевый усиленный обод. Втулка здесь идет как передняя, так и задняя на эксцентрике. Мы видим, легко можно снять и поставить колесо как переднее, так и заднее. При транспортировке это комфорт. Вилка от торговой марки Santur M3030 с ходом 70 мм. У вилки есть дополнительная регулировка жесткости, предлоад. Это тоже говорит о хорошем узле, такой как вилка. Стоит уделить внимание рулевой. Рулевая у велосипеда полуинтегрированная. Вот так видны здесь выемки, как называют некоторые, юбочкой. Здесь стоят полуинтегрированные подшипники, которые спрятаны друг к другу, а не просто какие-то сепаратные сверху насыпанные подшипники. Рулевая здесь усиленная. Она выдерживает вес велосипедиста с 120-130 кг. То есть это хороший узел. Руль не поднимается. Естественно, потому что рулевая здесь полуинтегрирована. Переключатели здесь рево-шифты. Ну, девушки это очень сильно любят, потому что при простом переключении, как на мотоцикле, не надо думать, на какую кнопку нажимать. Вперед, назад, быстрее, медленнее. Тормоза здесь от торговой марки Tektra. Тормозные ручки имеются алюминиевые. Это хорошо. Некоторые на дешевые велосипеды ставят пластиковые. Здесь надежная, хорошая тормозная ручка. Шатуны здесь имеют, у велосипеда шатуны с защитой от цепи, то есть пластиковая защита на шатунах, довольно-таки хороший комфортный узел. Передний переключатель с верхней подводки от торговой марки Shimano, модель Tourney. Ну, также можно сюда, как вы видите, поставить фляги для питьевой воды. То есть есть специальные крепления под держатели фляг. Сзади стоит трещотка от торговой марки Shimano, 7-скоростная. Это надежный, хороший узел начального уровня. Переключатель сзади торговой марки Shimano, тоже на 7-8 передач, который рассчитан. Ну и петух. Это тоже хороший вариант для надежного велосипеда. Также стоит отметить, что у велосипеда есть возможность поставить багажник. Вот есть отверстие одно на раме, с другой стороны также симметрично. И вверху есть также, получается, отверстие, куда можно поставить вот так багажник. То есть велосипед можно превратить в туристический. Регулировка седла при помощи легкосъемного эксцентрика комфортно вам поможет. Педали пластиковые. Ну, это надежный, хороший уровень для начального уровня велосипеда. Если вы хотите купить велосипед подростку от 10-12 лет, с ростом 1,40 м и выше, данный велосипед самый оптимальный вариант. Это хороший, надежный велосипед от торговой марки VNV. Модель называется Rock Rider 1.0. Если вас заинтересовало данное видео, данный велосипед, звоните нам. Будем рады вас видеть. Хорошим постоянным клиентам у нас всегда лояльное отношение по ценовой политике. Приходите, торг уместен. До скорых встреч.